У павлодарцев появилась возможность посмотреть на императоров, царей, политиков, полководцев и многих других выдающихся исторических личностей. Правда, представлены они в воске. В областном историко-краеведческом музее открылась выставка восковых фигур. Как отмечают посетители, исторические персонажи выполнены с удивительной точностью. Даже взгляды у копий соответствуют характеру и исторической значимости своего прообраза. В экспозиции представлены Иван Грозный, Петр Великий, Николай II, Иосиф Сталин. Это шедевры, выполненные в лучших традициях мастеров воскового портрета. Дополняют историческую часть выставки сказочные герои и мультяшки, с которыми дети очень рады сфотографироваться. Музей прибыл в Павлодар из России. Он уже несколько лет гастролирует по странам СНГ. Всего же в мире только два таких музея – в Англии «Мадам Тюссо» и в Санкт-Петербурге. По словам организаторов выставки, все работы достаточно сложные в исполнении, занимают много времени и требуют скрупулезного творческого подхода. Самая трудоемкая работа – это работа постижеров. То есть они покупают у людей, у населения или в парикмахерские натуральные волосы, и каждую волосину горячие иголочки впаивают в воск, иногда 40-60 тысяч и более. Глаза делают офтальмологи, как живым, такие же глазные протезы. Зубы делают стоматологи, а уже после этого с ними работают визажисты, парикмахеры, гримеры, модельеры по истории костюма.